Фобайт сделал видос, ребят, попрошу заметить. Пацаны фулы, братишки на втором месте, держу в курсе. У нас пацаны фулы нормальные теперь постят. И шо? Просто сидеть и разговаривать на нем, так это неинтересно. Вот здесь можно сказать, сказочный долбоёб. Нормально. Нормально ты. В Ираке последний чемпионат мира проходил по КС. Гол. В Ираке, да. Не слышал, нет? Нет. Тере победил. Так, давай, ты разогнался уже, анекдоты такие. Ну это не анекдоты. Давайте, давайте. Главное сделать правильный выбор. Между кем и кем надо выбирать? Между... Пробыли. Левое это слабое подобие правой. Нет, ну что, вы разве не знаете, что ли? Если на левой посидеть, то это будет незнакомка тогда. Вот вам и анекдот. Короче, у нас была идея, так как некий узурпатор, блядь, компьютера теперь у нас молодой Дрейк. Надо его выселить с этого компа, чтобы молодой талант взошел на этот трон успеха, ребят. Как вы думаете? Я хочу ему комп собрать. Я уже коплю. Так что, ты копишь? Да. И что, сколько скопил? Ну, уже 20-ку. Ух. Ребят, сколько нормальный комп стоит? У меня еще есть в запасе, так что нормально. Ну хули, блядь, тиктоки сами себя не посмотрят, блядь. Какие тиктоки, блядь? Да это рофл уже, все, успокойся.